Как невозможно представить театр без вешалки, так и невозможно представить красивый стол праздничный без хороших красивых закусок. И самое главное, что на столе всегда, когда стоят красивые закуски рыбные, это всегда воодушевляет любого. Вы можете сейчас на столе увидеть и ставритку черноморскую, нашу, крымскую, и жирную тихоокеанскую сардинку иваси, скумбрию атлантическую, рулет из горбуши, рулет из скумбрии, заправленный горбушей, горбуша в рулетике, окунь горячего копчения, семга, прекрасно выглядит слабосоленая, приготовленный без консервантов, с применением только натуральных ингредиентов и специй. Когда любишь свое дело, свою работу, тогда работа приносит тебе удовольствие. Но когда ты ее любишь, когда она хорошо получается у тебя, когда ты приносишь людям радость, продавая эту продукцию, то это очень нравится. Я люблю свою работу, честно. Любят свою работу здесь все. На этом предприятии нет случайных людей, и каждый вкладывает душу в то, чем занят. Леонид и Тамара Кореньковы посвятили своему делу 17 лет. Это семейный бизнес. Тамара Ивановна, проработав 18 лет на Европе, прошел распад Советского Союза. Нужно было где-то искать работу другую, потому что на Европе уже той работы, которой она занималась, особо не было. И нужно было куда-то уходить. Ну, вот решили создать семейный бизнес вот, по производству как раз. Сначала мы занялись производством морской капусты. И вот с этой морской капусты, которая она первая, а вообще она единственный специалист, который создал вот именно салаты из морской капусты по своим рецептам. Поэтому мы до сих пор эту капусту выпускаем в большом количестве. Вот она, та самая морская капуста, с которой все начиналось. Незаменимые аминокислоты и витамины, содержащиеся в ламинарии, легко усваиваются организмом. И потому на предприятии этой вкусной и полезной водоросли отведено особое место. Мы находимся в цеху, где производим салаты из морской капусты. Она нам поступает в мешках по 10 килограмм, там сухая, сублимированная, уже, то есть прошедшая тепловую обработку. Мы ее здесь замачиваем, она набухает, количество она там увеличивается и в 8, и в 10, и в 12 раз, ну там, когда, какая капуста. Вот. И потом мы ее стираем, обязательно вымываем, чтобы она чистая была, чтобы грязь вся, ну все, что ненужное, ушло. И после этого только мы ее загружаем в котлы, варим обязательно, проходит термическую обработку. И только после этого он ее промывает и приносит вот на стол. Она у меня уже готовая, делать салаты буду из нее. Любовь Митяева владеет местными рецептами в совершенстве. На предприятии Коренькова она работает уже 12 лет. Салат возьмем, вот этот витаминный я делаю. Все через весы взвесила, добавила все специи, там чесночок, маслечко, уксус, кориандрик, там, ну, все, что нужно. Потом перемешала все это, добавила морковочку, перемешала. Сейчас добавлю сельдерейчик, перемешаю и по ведрам раскладываю, взвешиваю и отправляем уже на склад. Ничего секретного, тут все вроде просто, но очень вкусно и полезно. Здесь вся продукция изготовлена по классической технологии, а качество всегда на первом месте. Тамара Ивановна, супруга моя, она проработала 18 лет на Эрофе, главным технологом. У нее очень богатый опыт по производству как раз вот и рыбы, и овощной группы, потому что первое образование у нее техникум – это консервация овощной группы.
Квашеные помидоры и капуста, соленые огурцы, мидии в собственном соку, вешенки, шампиньоны, кальмары и морковь по-корейски. Все это плод кропотливой работы по расширению продовольственной линейки предприятия. Продукты здесь всегда свежие и отвечают самым высоким стандартам качества. Мы получаем сырье, грибы. Я их мою. Я ставлю котел. Кидаю грибы в котел, подсоленную воду. Варю 15-20 минут. Потом вытаскиваю их, промываю, взвешиваю. Определенный вес идет. Кидаю в чан вот, и добавляю специи. Научилась, вот я тут варю мидии тоже. Делаю шампиньоны, вешенки и морковку по-корейски. А это цех разморозки и разделки рыбы. На столе тихоокеанская горбуша. Совсем скоро она окажется в печи и превратится в ароматную копченую рыбку. А прежде ее необходимо подготовить. В этом процессе важна каждая деталь. Нож у каждого рыбообработчика свой. Он должен быть острым и обязательно удобным. Берем большую рыбу, по хребту прорезаем до хвоста. Отделяем одно филе. Потом по хребту прорезаем вдоль второго филе. Убираем плавниковые кости. Так, срезаем плавник и снимаем косточки на тише. В данном случае тишу удаляем тоже. Разделка рыбы в опытных руках занимает не более минуты. За смену мастер обрабатывает 400 килограммов, а в сезон и полтонны рыбы. Обычно, если рыба очень бледная, то это значит, что она уже нехорошая. Если шкура у рыбы не серебристая, не светлая, а желтоватая или зеленоватая, это тоже уже нехорошо. Здесь рыба всегда сезонная и дикая, выловленная в океане или море. Только в таком продукте есть весь набор витаминов и полезных веществ, необходимых организму. После разделки тушки отправляются на посол. В этом цеху температура даже летом не превышает 14 градусов. Именно так рыба получает максимально насыщенные вкусовые качества. В ваннах из нержавеющей стали тузлук. Очень крутой раствор соли. 300 граммов на 1 литр воды. Рыба, когда солится, отдает свои ферменты в тузлук. И когда тузлук насыщается этими ферментами, следующая рыба, которая поступает на засолку, эти ферменты как бы насыщают ее, и получается вкусовые качества совсем другие. Такой солеконцентрат своего рода дезинфектор. У вредных микроорганизмов просто нет шансов. Здесь рыба и солится, и проходит предварительную подготовку к копчению. Такой крутой раствор соли нужен для того, чтобы не развивались всякие микробы в рыбе и в воде. Пласт скумбрии солится 15 секунд, опускается. Если ее больше солить, она будет горькая, соленая. А должен быть приятный вкус ароматной рыбы. Почему? Потому что соли немножко, варка происходит где-то в пределах полтора часа горячего копчения, во время чего она принимает очень приятные, хорошие качества. Почему? Потому что там она дымом, а дым у нас натуральный. Граб, дуб, ольха – это натуральные все ингредиенты, которые поступают в печь. И поэтому она получается у нас горячего копчения очень вкусного, хорошего качества. Дозревает посоленная рыба в отдельном помещении – холодильнике. При температуре на 2 градуса ниже нуля происходит диффузия соли, и она успевает проникнуть до кости. Казалось бы, незамысловатые процессы, но жесткий контроль качества и фирменная рецептура делают свое дело. Рыба получается красивая, ароматная и очень вкусная. Thank you.
ушко скумбрии, удаляются все внутренности, кладем горбушечку сюда, заворачиваем и очень красиво ее пропускаем через вот эту машину, чудо-машина. Получается очень красивая, ну, быть, она получается вот такой сеточки и очень красивая и вкусная рыбка. Никаких химических консервантов. Видите, вот лежит рыбка. Без всяких этих. Вот мы положили ее, завернули и отдаем на копчение. А там стружка, только стружка. Никакого жидкого дыма вот этого нет. Поэтому получается вкусно и красиво. Гордость предприятия – коптильный цех с печами горячего и холодного копчения. Правильно приготовленная рыба имеет неповторимый вкус и аромат, но для этого необходимо овладеть всеми премудростями ее готовки. Здесь важно грамотно, качественно наколоть, чтобы она не соприкасалась, чтобы сохранить цвет должный, нужный. Раскладываем ассорти на сети, поскольку коптится она на сетях. Раскладывать нужно также аккуратно, чтобы рыба не соприкасалась одна с другой. Вы видите, предприятие поддерживается состояние, во-первых, в надлежащем, на мой взгляд, состоянии вообще. Постоянно уделяется внимание чистоте, взаимоотношениям работников. Если человек любит это дело, свое дело, то он, конечно, будет получать удовольствие от этого. Посмотрите, какой ассортимент рыбы. Иной раз пальцев не хватит, чтобы все перечислить. Чего здесь только нет. Настоящее раздолье для любителей хорошо поесть. В данный момент на клетях у нас около 5 или 6 ассортиментных позиций. Рыба разная, подход к ней тоже разный. Какая-то, как вот этот, к примеру, вид, доводится вручную, ну, как бы подвязывается где нужно. А вообще с каждым видом нужно работать отдельно, ее и промывать, и наколка разная, и, ну, как бы нужно серьезно к этому относиться, с пониманием. Иначе будет и качество хромать, ну, чего нам, собственно, и не хотелось бы. Марку мы держим. Это еще не полная загрузка, иметь такой ассортимент на предприятии, постоянно его поддерживать, и не имея нареканий, это, я считаю, дорогого стоит на самом деле. И сохраняя постоянство, что главное в наше время. А в это время подоспела рыбка холодного копчения. Процесс ее приготовления занимает намного больше времени и технологически сложнее горячего. Вот так вот все происходит. В такой рыбе остается жир, она пропитывается смолами и копотью, что дает возможность хранить деликатес намного дольше. Это омер холодного копчения. Необычная такая на вид рыбка, но очень вкусная. Так, идет процесс загрузки нашей рыбы для горячего копчения в печь. Копчение – это целое искусство приготовления блюд. При малейшем отклонении от технологии меняются и вкус, и качество продукта. В печь умещается около 200 килограммов сырья. Всего через 1,5 часа будет готова вкуснейшая рыба горячего копчения. Цех вакуумной упаковки. В таком пакете без доступа кислорода продукты не обветриваются и не пересыхают, практически не меняют свой цвет, а сроки их хранения в холодильнике увеличиваются в разы. В данный момент мы рыбу вакуумируем. Вакуумируем для чего? Для того, чтобы срок годности у нее был шикарнейший
И для удобства людей. То есть человек подошедший может взять рыбку, не испачкавшись ни жирком, ни чем-то остальным. Процесс вакуумирования. В чем он заключается? Под температурой выкачивается воздух, то бишь кислород не поступает. И никакие негодяи нашу рыбку не кушают. Объем производства на предприятии Коренькова от 30 до 60 тонн продукции в месяц, в зависимости от сезона. Здесь нет химии и консервантов, а качество подтверждено годами. Богатый ассортимент поставляют в торговые сети полуострова. Но совсем скоро у производителя появится фирменный магазин, где каждый совершенно точно сможет найти угощение по душе. Гордость. Гордость того, что ты не зря в своей жизни прожил 20 лет. Создал что-то и оставил в памяти людей, те, которые приезжают, покупают эту продукцию, которую мы создаем.